Итак, дамы и господа, сегодня мы снимаем видеообзор небольшой замены резины, такой мобильный шиномонтаж от компании Шин Легион. Сегодня меняют шины на моем автомобиле. Автомобиль Chevrolet Avia, на котором мы много уже проехали по городам России. В нашем туре «Боевые искусства, здоровье, сберегающие технологии». И компания «Шин Легион» любезно предоставила нам такую поддержку, услугу. И меняет нам нашу уже потертую, истертую по дорогам России резину на новую, на которой мы продолжим наши путешествия и наши занятия в рамках проекта «Боевые искусства, здоровье, сберегающие технологии». Вот мы меняем, вот такая у нас новая резина, которая будет сейчас поменена. Так, снимем вот такую старую, уже всю потертую резину. Видите, она уже вся истерлась. Вот, и вот шиномонтаж начался. Вот такая услуга компании «Шин Легион» по замене резин доступна для всех желающих. Для меня это тоже первый раз. Вот мы меняем таким образом. Видите, здесь все обустроено. Так, мы ставим на нашу машину Chevrolet Avia вот такую резину фирмы Marshall, вот такого размера, и будем проверять ее по дорогам не только России, но и всего мира, потому что мы передвигаемся с нашим проектом «Боевые искусства, здоровье, сберегающие технологии» не только по России, но и по многим другим странам. Вот планируется также странам и регионам Российской Федерации. Планируем этим летом также проехать по Грузии, Турции, Болгарии и так далее. Здравствуйте. Вы наблюдаете? Да я просто его дальнерскую просил посмотреть. А, вот. Все. Да, все, а мы вот снимаем небольшой репортаж, как происходит мобильный шиномонтаж. Ну как пока? Вот, пока процесс начался. Поэтому мы следим. А потом это видео, так сказать, благополучно пойдет в сеть интернет для того, чтобы люди видели вообще, что такое мобильный шиномонтаж. Потому что для меня это новая такая услуга. Ну, хотя я уже видел, но вот сам меняю первый раз таким образом. А вообще, в принципе, я говорю, да, сейчас все к этому идет. И еда на дом, и все на дом, и в том числе и периодические работы тоже на дом. Ну, по поводу еды, как говорится, мобильная еда, она, конечно, может быть актуальна, но я не совсем с ней согласен. Вот. Ну, это да. Такая быстрая еда. А по поводу вот таких услуг, где вот шиномонтаж, тем более профессиональный, с оборудованием, я смотрю, очень профессиональное, и мастера, то есть и гарантия, и все. Поэтому вот в этом плане, когда опытная компания, которой можно доверять, такая как Шин Легион, поэтому почему бы и нет. Тем более это необходимость. Вот. Так что мы продолжим дальше. Хорошо.
Так идет съемка нашего репортажа, и сейчас снимают мои колеса с моей машины, и потом будут делать монтаж. Шиномонтаж на сегодняшний день очень, мне кажется, востребованная услуга, когда ты можешь выбрать у компании сразу и определенную марку шин для своего автомобиля, и также эта же компания тебе сделает мобильный, так сказать, монтаж, приедет, снимет старую, установит новую и даже заберет старую использованную резину для утилизации. Это очень удобно. Иногда бывает, ты не знаешь, куда деть старую использованную шину, а тут очень удобно. Помимо всего прочего, ну, компания, которая вот в данном случае это Шинлегион, она делает эту услугу в комплексе, и достаточно видит, все оборудование новое, все оборудование отлажено, чистота, порядок, мастера опытные. Здесь все. Все.